откручивай. Как, Дима, откручивай? Вот так он откручивает. Куда ты смотришь? Дима увидел, как они откручиваются, да? У газонокосилки был такой же болтик, да? Как она откручивается ручками? Вот так, тынь, раз, раз, раз. И Дима открутил. Да? Ой, молодец какой. И забор снял. Правильно скажи, что это соседям забор не нужен? Что там у соседей? Бассейка стоит у соседей, да? Пойдем. У нас газон уже покосанный. Покосили, скажи, уже газон, да? Молока налить, что ли? Где такой? Еще с оболоком. Уже полбанки нет. Еще полбанки нет. Молока. А тебе говорю, надо было две. Там бутылка кофе. Кошка, чем будешь помнить? Ну вот этим кошку будем брать. Я его выпить за него. Еще пиздок есть. Одевай. Одевать хотел ты? Ой, ой, ой. И пошел, Дима. И пошел. У маминых сланцев. О, какой Дима. О, какой Дима. Давай, давай, давай. Идем, идем, идем. Идем, идем. Вот он Дима. Вот он Дима идет как медленно, основательно. Да? Упадешь сейчас. Ну все, давай, слази с моих сланцев. Какие сланцы покупала я. По-моему, их, кстати, показывала. Я узнала очень хорошую штучку одну. Она вот тут вот, вот эти вот вытаскиваются. С этой стороны дырочки. И можно, если, допустим, надоест эта вибристая поверхность, их можно будет поменять местами. Не надо вытаскивать сейчас. Поменять местами, то есть ее перевернуть, положить сюда, а эту перевернуть, сюда положить, если это все надоест. Я пробовала, выкручивала где-то вот до сюда, боялась, что вот здесь может быть какая-нибудь затычка будет, чтобы держалась, что если перевернешь, она будет мешать. Нет, можно перевернуть. Ну, пока хожу, может быть, они иногда мешают очень, иногда нет. Все, 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 Дима. Она одевает их. Сковатые они, правда.
Идем. Побежали, побежали. Немножко чувствуется в них жжение. Такое подошвы. Ну, жарко в них немножко. Такие они еще пока не расходились. У нас еще сегодня 34 градуса. Жарище. Танцуй, Дима, танцуй. Ручками, Дима. Ручками. Ла-л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 а